По статистике, каждый раз, когда в эфире М1 идет программа Billboard Chart Show, в мире сочиняется от 12 до 16 песен, которые затем попадут в чарты. Вот представьте, вы сейчас сидите на диване, смотрите на нас, а в это самое время где-то на Оклахомщине Леди Гага сидит за фортепиано и мучается. До мажор, ля минор, до мажор. Но это зависит от того, какое у нее настроение, хорошее или она грустит. Здравствуйте. Это Billboard Chart Show, программа, в которой мы смотрим мировые чарты и обсуждаем их с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях, я рад представить, Дмитрий Шуров, пианобой. Дим, пианобой, кстати, вот мы когда анонсировали твое появление в нашей программе, да, на сайте не было ни одного, вот к моему удивлению, ни одного комментария о том, что пианобой — это там ориентация, что-то еще, но при этом очень многие... Извини, что перебываю. Да, но при этом очень многие люди переводили впрямую, да, давали подстрочник. Пианобой, говорят, тихий юноша. Почему? Говорят, в шоу-бизнесе все громкие, почему тут тихий? Ну, пианобой — это такое достаточно емкое явление. Там же вообще началось все с фотосессии, в которой я разбил топором пианино, поджег его и, собственно, прочитал над ним мантры. Поэтому сами решайте, пианобой — это для вас тихо или громко. В Украине, мне кажется, просто людям чаще пофиг, как группа называется. Угу. Вот. А в России начинают там выискивать какие-то... Ну, самое главное, то, что пианобой — это то, что имеет отношение к пианино, к клавишам, к музыке. Валерий Харчишин. Привет. Валера, привет. Ты выделил для нас буквально 2 часа посреди своего изнурительного тура. Я знаю, что у тебя сейчас города. Тур — это громко сказано. Самолет на самолет. Мы не в туре, но концерты есть, слава богу, они появились. Хуже было в апреле, их вообще не было, не секрет. Ну, может, у ребят были. Не говори, не рассказывай секреты. У меня, ну, у нас не было. Вот в мае пошли концерты, в июне тоже они есть. Сейчас будем ездить, поэтому... Ну, так как-то совпало, знаешь. Мне хотелось прийти, но я пришел. Мне гораздо приятнее через 2 часа тебя представлять как самого гастролирующего артиста в Киеве. Спасибо, но это неправда. С нами Юрий Стрыкало. Юрий Каплан. Привет. Привет. Каплан. Каплан — моя фамилия. Так. То есть как мы общаемся, как Стрыкало или как Каплан? Как Каплан. Так, то есть у тебя сплошные загадки и сплошные розыгрыши. Да, группа называется Валентин Стрыкало. Это очень сложно пока что... Каждый раз в интервью возникают такие нелепые ситуации. Но группа Валентин Стрыкало, я Юрий Каплан. Привет. То есть, да, та же самая история, что с пианобой. То есть вариант альтер-эго. То есть ты как бы... У меня похуже. Все думают, что Стрыкало — это ты. Ну, уже не все. Мы сейчас активно пиарим Валентин Стрыкало как группу. Причем поклонники уже знают нас всех по именам и воспринимают как коллектив. Вот. Надеюсь, что со временем удастся донести эту информацию до более широких масс. Вот запоминайте, Юрий Каплан, а группа Валентин Стрыкало. Я вот в последнюю неделю, собственно, чем занимался, все отдыхали, а я читал письма наших зрителей. Им многое в нашей программе нравится. Здравствуй, любимое шоу. Я музыкант. У меня есть группа, мы много гастролируем и записываемся. Когда выпадает свободная минутка, всегда смотрю вас. Грустно только, что в украинском и в российском чарте, а в российский чарт я тоже могу попасть, один и тот же набор одинаковых исполнителей. Не хватает какой-то изюминки в программе. Чартеры – это камень в наш огород. И я думаю, что сегодня для Славы специально мы придумаем что-нибудь особенное в Billboard Chart Show. Вы готовы? Господин продюсер, уважаемые гости, любимые зрители. Всем привет! И готовьтесь, сегодня у нас, как говорят кондитеры, полные булки изюма. Ничто не доставит вам больше радости, чем приятно вас удивить. Вы, конечно, ждете путешествия по странам и национальным спискам популярности. Понимаем, у нас за прошедший месяц тоже появились привычки. Но не тут-то было. Сегодня мы можем позволить себе сломать формат и порадовать вас не двухнедельными, а годовыми чартами. Все потому, что 20 мая в Лас-Вегасе прошла церемония Billboard Awards, второй после Грэмми музыкальной премии США. Американский Billboard наградил как заслуженных, так и совсем молодых артистов за достижения в чартах. Продажи, ротации в эфирах, цитируемость в интернете, популярность в соцсетях. В топку шло все. И сегодня мы предлагаем вам обзор нескольких номинаций в церемонии Billboard Awards. Уверены, это станет крупной изюминой в нашем батоне. Итак,
Скажем сразу, самым обласканным артистом в этой церемонии стали, конечно же, Адель и LMFAO. 18 статуэток на двоих. Правда, в личном зачете счет 12-6 в пользу, конечно же, Адель. Отмечали победу ее альбома 21 в альбомных чартах Billboard за 2011 год. И лучшей песней признали именно творение Адель «Rolling in the Deep». Но самой главной наградой из 12 статуэток Адель на Billboard Awards, пожалуй, стала награда в номинации «Артист года». Коротко и без прикрас. Кто же были поверженные конкуренты Адель в этой номинации? Ловите список достойнейших. Лил Уэйн, Леди Гага, Кэти Перри и Риана. Думаю, никто из них всерьез и не рассчитывал на победу, потому что здесь вам перевес не в какие-то 3-5%, как на политических выборах. В 2011 году практически во всех чартах Адель шла впереди, с огромным отрывом от конкурентов. А это значит заслуженная победа. 12 статуэток Billboard Awards и победа в главной номинации «Артист года». Так, это была Адель, «Rolling in the Deep», клип, который намозолил вам глаза за последние пару лет во всех телеэфирах. Собственно, смотрели мы его, потому что Адель взяла главную премию на Billboard Awards в прошлое воскресенье. Она стала артистом года. Вот ваше отношение к Адель, вы ведь тоже наверняка ее смотрели и слышали о ней очень много. Вообще, это феномен? То есть, что это такое? Или это артист все-таки, который ненадолго, один раз вошел, потом уйдет? Да не думаю, что это артист ненадолго. Ну, она, ну, во-первых, она мне нравится, то есть, таких не было, и голос у нее не детский, несмотря на возраст. В ней что-то однозначно есть, поэтому она и заслуженно, я считаю, стала артистом года. Что-то еще странно говорить. Себя чувствую, когда музыканта просят перемыть косточки другого музыканта, мне всегда как-то. Ну, а если серьезно, например, с музыкальной точки зрения. С музыкальной точки зрения, она, на мой взгляд, ее второй сингл гораздо сильнее. Вот так песня, где она поет под пианино, что-то там, Nevermind и так далее. Но это не потому, что она под пианино поет. Нет, боже упаси. Нет, это вообще не важно, на каком инструменте играешь и под какой поешь. Важно, когда совпадает эмоция, идея, реализация, когда все как-то совпало. Вот мне кажется, у нее в этой песне совпало, и даже пианист у нее черный. То есть это как-то все очень круто. Вот, а первая песня мне очень напоминает вот Моби, когда он вышел с этими первыми песнями, с нарезками из старых лупы, да, лупы, которые положили на ритм красивый. Ну вот, поэтому... Юрий Каплан в Billboard Chart Show. Да. Я тебя тоже уже бояться начинаю. Тебя ведь все узнали в интернете как мастера пародии, такого особого тонкого интеллектуального юмора на грани стёба. Не пародии, но... Поправь меня, только не кричи, как Шуров. Ну, сатира. Сатира это называется, да. Смотри, вот с точки зрения сатиры, Адель, вы все видели, да, это опять сатира. Опять перебивание косточек. Это сатира на толстых, что тут сказать? Это же вообще она выехала на том, что она толстая. Она толстая, уродливая, сидит на стуле. Политкорректность, значит. Поэтому оно и, в общем-то, таратируется так много. Слушай, а есть ведь, я тебя хотел спросить конкретно про Адель, есть ведь пародия Адель, которую, собственно, сделал украинский артист. Вы все его знаете, Антон Лирник. Перепел. Ты видел, кстати, этот кавер? Вы не видели этого. Я с ним играл в «Что, где, когда», но я не видел, что он сделал. Он перепел «Rolling in the Deep», причем на английском языке. Под баян. Практически под баян, да. Наша фишка вообще. С легким левобережным прононсом. Это, ну, я не знаю, меня дико бесит, если честно, когда перепевают какие-то западные хиты под баян. Ну, типа... Народ это цепляет, эти видео всегда набирают очень много просмотров. Но там такой баян-то компьютерный. Компьютер. Ну тогда нормально. Компьютерный баян, это простительно. Ну, ближе к людям, короче. Ну, да, типа, и, короче, это всегда убого. Были видео, когда Леди Гагу перепевали какие-то ребята под баян. Не, Леди Гагу можно перепевать. Можно? Наоборот.
Ну, собственно, Адель стала артистом года, и причем это подтверждается не только Billboard Awards. Я понимаю, что здесь у нас как бы заинтересованность. Мы Billboard, там Billboard Awards, но еще и наш конкурент премия Грэмми. Адель отвесила все статуэтки, которые только могли быть. Скажи, а вот на ранней стадии, как лет 10 назад, премия ведь реально могла артиста просто вот из там безвестного клубного метнуть на стадионы. Сейчас времена, вот Юре сейчас премии никакие не нужны. Вот тогда, тогда да, тогда нужны были. Тогда а не, так, получил, не так было, не так развит был интернет вообще. Mm-hmm. Социальных сетей не было, ничего не было. Mm-hmm. Тогда, да, действительно, мы победили на фестивале «Мы будни Украины». Mm-hmm. Это был 98-й или 99-й год, я не помню. Но об этом все говорили, писали. Ну, и нам деньги даже за это дали. То есть мы... Как ты говоришь, не хендмейд, то есть не сами, ну, не сами себя сделали. То есть с точки зрения пиара какого-то, да, нам тогда деньги, это было крупнее. Нам дали деньги, мы купили себе крупнее. Гитары, потом начали записывать какие-то песни. Угу, угу. Ну и все равно их было мало, поэтому пришлось постоянно одалживать. А Юра, если я не ошибаюсь, ты же получил премию «Большой разницы» или какое-то место там, да? Нет, не «Большая разница», нам дали, мы выступаем в Москве чуть ли не каждый месяц. Нас очень полюбил клуб 16 тонн. Угу. Вот. И так получилось, что мы каждый месяц там выступаем, и каждый месяц там клуб набивается. То есть скоро ты получишь «Горгулью». Это да, премия горгулья, клуба, да, 16 тонн в Москве. И они вручили нам премию «Горгулью» как за лучший рок-коллектив. Угу. Вот. Поздравляю. Дорогие друзья, в этом мире было бы гораздо скучнее жить, если бы время от времени артисты не собирались где-нибудь на площадях и на стадионах и громко не били бы в барабаны. И не радовали бы нас своими концертами. Согласны, чартеры? Да уж, с этим не поспоришь. Мы можем только заглянуть за кулисы церемонии Billboard Awards и посмотреть, кто же из артистов состязался в номинации «Лучший концертный тур». Традиционно большинство премий в подобной номинации получают рок-артисты. Однако наш вечно ностальгирующий мир падок на реюнионы, воссоединение популярных в прошлом коллективов. Отсюда Take That в номинации. Робби Уильямс и Гарри Барлоу вместе на одной сцене. Разве это не повод, чтобы раскошелиться на билет? Еще одна примета настоящей американской премии – кантри-певица в любой номинации. На этот раз повезло Тейлор Свифт, которая исколесила Штаты со своим новым шоу. Не правда ли странно звучат слова «кантри» и «шоу» в одной фразе? Ой, чарт им судья. Переходим к рокерам. Номер три в номинации «Лучший концертный тур года» – старина Роджер Уотерс, который один теперь тянет лямку за весь Pink Floyd перед мировым сообществом фанатов. В результате 58 миллионов честно заработанных долларов за прошедший год и номинация. Бон Джови одинаково успешно куют и длинный доллар, и безупречное техническое качество концертов. Ведь не все в этой номинации измеряется заработанными в туре деньгами. Вторая позиция в нашем списке. И, наконец, победитель. Самый длинный, самый технически оснащенный, принесший музыкантам за три года уже более 300 миллионов долларов. Лучший концертный тур года. U2 360 градусов. Даже если вы сейчас решите, что эти цифры означают крепость напитка, в случае с U2 вы не ошибетесь. В Billboard Chart Show U2 City of Blinding Eyes, видеоконцертное, как вы заметили, дорогие друзья, как раз тур 360 градусов, концерт, с которым U2 были в Москве. И пока вы смотрели это видео, мы с гостями активно обсуждали все, кто был, кто не был, что там происходило. У меня к вам вопрос тогда. Вы можете вспомнить по очереди, может быть, а может быть, у вас какие-то общие воспоминания найдутся? Какие-то мощные туры из вашей истории? На самом деле, у нас никогда в жизни не было полноценного, признаюсь честно, полноценного тура именно группы «Друга река». Постоянно нам везло попадать в какие-то братские могилы. Мы всегда и сборники. Ездили, да, если их было, там штук 10, наверное, угу. Всегда такие. Ну, мини-туры какие-то мы делали, там, вылазки на несколько концертов. Сейчас вот тот, который был, интересен тем, что мы выступали open air и всегда собирались люди. Потому что в последнее время, вот, к примеру, на Майдане, люди не ходят на концерты. Это уже неинтересно. То есть даже на бесплатные не ходят? На бесплатные концерты. Если и есть то их там собирается 3-4 тысячи. Мы были там в Мариуполе, в Луганске, в Запорожье, и везде там минимум 10 тысяч людей было. Это было приятно. Мы думали, что наоборот, что это не цены наши регионы, бо мы спеваем украинскую. Ну, что было приятно,
люди подпевали от начала до конца. На одном из концертов я уже вообще потерял голос. Опять-таки повторюсь, что концертов либо есть, либо их есть, либо их нет вообще. Вот. Их было много, и как-то вот когда сразу много появилось, я там не совсем здоровый поехал петь и сорвал голос. На одном из концертов вообще пел вот так вот, я уже думал, что надо как-то менять формат. Вот я дал в зал микрофон, и не в зал, а в публику, да, поставил, и люди пели от начала до конца песни. Это было... Но вот это же момент счастья для артиста, да? Когда зал поет твою песню, хотелось уже заплакать, кажется, что ты все сделал. Ну и слез не было. Дим, а ты вот можешь, кстати, вспомнить что-то из истории «Пиано Бой», но ведь если вдруг кто-то не знает из наших телезрителей, Дима, да, играл в группе «Океан Эльзы». Ничего, что я раскрыл вот эти тайны? Секрет. Это, да. Такая тайна, я прям не знаю. Дима в России ездит как клавишник с группой «Земфира». Я не езжу. Сейчас, уже у, меня, все, сейчас да? у нее нет ни пианиста, ни клавишника в коллективе. У нее гитарная программа, гитарный альбом. Последний раз я играл с ней на фестивале «Максидром» на барабанах. Да, я помню, кстати, я видел вот, это. Нет, мы сейчас с ней не играем вместе. У меня выходит свой альбом, у нее свой. И мы созваниваемся, общаемся. А ты будешь еще с ней играть? Мы не играем. Вот это, мой, Вот промо-компания альбома «Пиано Бой. Простые вещи» — это мой любимый вопрос. Да, вот я вот всегда думаю, буду ли я с ней играть. А вот в следующем году какие у вас планы на следующий год, Сергей? У нас планы сделать ежедневную программу «Билборд Чарт Шоу». Отлично. Вот у меня в следующем году планы сделать ежедневную программу, чтобы каждый день новая была программа, и в ней участвовали новые люди, там, может быть. Ну... Вот Юрий Каплан, Валерий Харчишенко, на следующий день «Земфира», на следующий день Андрей Хлыбнюк, Андрей Запорожец, Сергей Бабкин. Каждый день, чтобы была новая программа. То есть после того, как они тебя привлекали, ты теперь хочешь в отместку, значит, их себя. Ну, отвечая на вопрос, который был в начале, конечно, я иногда вспоминаю там туры «Океана Эльзы», которые были. Это был вообще иной период в истории там, рок-музыки украинской, когда мог быть тур 42 концерта за полтора месяца. Вот, или тур «Земфира», который был от Владивостока до Валенсии. Это был самый широкий в плане географии тур в моей жизни. Но, честно говоря, пока что самый глубокий след во мне оставил самый первый тур «Пиано Боя», когда просто у «Пиано Боя» не было концепции продуманной, не было какой-то формулы, не было даже репертуара. Мы просто решили поехать, я и мои друзья, и забили 10 концертов в клубах подряд, без там промо, люди не знали песен, ничего. И в гримерках дописывались тексты, там, на сцене рождались какие-то целые куски. То есть была целая джазовая импровизация? Это не был джаз, это скорее был рок-н-ролл в чистом виде. Вот. И было очень круто, кайфово. Были беспорядочные какие-то переезды, и у нас еще смешанный коллектив. У меня в коллективе 3 девушки, 3 мальчика. Это было как-то, не знаю, очень интимно все. Ну, а были какие-нибудь сумасшедшие истории? Ну, вот Валера голос терял, а у тебя там, не знаю, может быть... Ну, он доходил. Да. А он доходил. Самая сумасшедшая история произошла со мной вчера, когда у меня накануне... Позавчера, точнее, когда у меня накануне утреннего эфира премьеры песни на «Просто радио» заклинила правую руку. Впервые что-то с нервом случилось, и она просто не поднималась вообще. То есть я пришел, я вот так вот левой рукой... Играл и пел. Вот это было, пожалуй, безумно для меня. Такого раньше не было. Ты одной рукой играл? Я играл одной рукой, да. А я думал, что тут нормально, что ты играл. Вот Паганини на одной струне, а Шуров и одной рукой может. Рукой, одной да. левой причем. И, кстати, сестра моя сидела рядом, доигрывала там, доигрывала тему правой рукой. Вот, и пели мы с ней в один микрофон. Юра, наши скромные друзья, да, которые просто играют концерты немножко дольше, чем ты. Ты ведь начал буквально там год назад, да? Ну да, полтора. Собрал группу и начал играть. Я, кстати, помню один из первых концертов, я даже в Твиттере написал. Потом расскажу. Да. То есть смотри, они-то апеллируют цифрами 10 тысяч человек, да, стадион, огромный опен-эйр. Вот твои впечатления о твоем пока туре по там киевским, харьковским кофейням? Ну, думаю, это устаревшая информация. Давайте говорить. Кофейни по 500 человек. Давайте говорить честно, по переходам харьковским. Ну, у нас были... Вот максимум, в какой тур мы ездили, это, по-моему, 8 концертов было. То есть это максимум. Как правило, у нас, то есть там по 2-3 концерта с перерывом где-нибудь, ну, с перерывом. То есть мы приезжаем в Киев, висим там 2 дня, 3 дня. И вот уезжаем. У нас вот в апреле так было. Дорогие друзья, мы, конечно, не сможем вам рассказать обо всех номинациях, которые были на Billboard Awards в Лас-Вегасе в прошлое воскресенье. Их больше 30. Но кое-что мы вам все-таки поведаем. Чартеры.
Информировать вас – наша работа. Давайте посмотрим, как выглядела номинация «Лучший артист в жанре R&B» на Billboard Awards. Церемония, которая, напомним, состоялась в воскресенье 20 мая в Лас-Вегасе. В этой номинации сплошь приличные люди, которых приняли бы даже в лучших домах Киева. Мигель. Прошлый год выдался для него урожайным. Три его сингла побывали в чартах и один... «Чуя сын» на первой позиции. Силу Грин – еще один номинант. Заслужил пижон. «Время идет», а чудесный краеведческий этюд «Леди Килле» продолжает приносить дивиденды создателю. Госпожа Риана. Тут и комментировать нечего. Звучала в прошлом году из каждой пепельницы. Регулярно попадала на высокие позиции во всех чартах. Бейонс – та же история. Только помимо альбома и многочисленных хит-синглов, у нее еще умопомрачительный тур и концертный DVD. Ну а пятый номинант, как вы догадываетесь, и унес с собой заветную статуэтку Billboard Awards в номинации «Лучший артист в жанре R&B». Кто же это, подумаете вы? А вот и не догадались. Настоящая реабилитация природного хулигана произошла на этой Billboard Awards. Когда на прошлой церемонии Риана получала свои статуэтки за все, что только можно, Крис Браун не мог даже присутствовать в зале. Время все лечит. И не только синяки на прекрасном лице Рианы, но и коллективное сознание миллионов. Кажется, бойкот с Криса Брауна снят. Теперь он не только дорогой гость на церемонии Billboard Awards, но и победитель в номинациях «Лучший артист в жанре R&B». Поздравляем! Shame to you, Крис Браун в эфире Billboard Chart Show, песня, посвященная Майклу Джексону. Это, собственно, номинация R&B, лучший артист в жанре R&B на Billboard Awards, который в Лас-Вегасе в прошлое воскресенье прошел. В Украине с кем не заговоришь из рок-артистов. Например, да, все очень толерантно относятся к R&B. Там в России, например, люди говорят, нет, это гадость. Там, если вот они, например, рокеры жесткие, да. А в Украине как-то очень спокойно, люди дружат там вместе. Есть куча музыкантов, которые, там, певцов, которые красиво поют то, что в этой музыке, то, что называется R&B. Действительно, очень красиво. Ну, это там, очень профессионально сделано. Очень профессионально сделано. И вообще обосрать-то легко. Да. А зачем? А вот похвалить? Похвалить тоже легко. Угу. Можно похвалить Майкла Джексона, который сделал так много для этого артиста Криса Брауна, благодаря которому Крис Браун получил какую-то премию. Да еще Риана для него много сделала, но об этом чуть позже. Слушай, Риана мне тоже понравилась вот с тех пор, как она спела песню. Вообще никогда не нравилась. А вот со времен «Амбреллы» не нравилась. А вот когда спела с Coldplay песню, мне почему-то понравилось. Но мы и с Coldplay сегодня тоже повстречаемся. Но давайте отойдем от музыкальной составляющей, обратимся к социальной. Если вы не в курсе, и вам, дорогие телезрители, тоже напомню, кто такой Крис Браун, чем он прославился больше всего в наших странах, в России и в Украине. В 2009 году он состоял в дружеской интимной связи с певица Риана, и как-то раз полиция приехала по определенному адресу в Нью-Йорке и застала Риану в слезах и в синяках, а ее бойфренда Криса Брауна над ней с кулаками. Их забрали в участок, Брауна осудили, то есть Крис Браун побил свою тогдашнюю подругу Риану, и заметьте, что произошло в Америке, сразу бойкот. Бойкот, его перестали пускать в приличные дома, его перестали приглашать в эфире. Радиостанции США договорились друг с другом, объявили бойкот на его песни, его не крутили по радио. И вот это вот его появление на Billboard Awards и победа в номинации, оно первое на большой какой-то сцене за эти 3 года. То есть 3 года человек практически будто бы отсидел там в некой своей клетке. Он же покаялся. Но Америка любит там грешников, которые потом, кающихся грешников, которые, видимо, сказал потом, да, я был неправ, извините. Ну, он, наверное, покруче все сделал, они же делают шоу из всего. Ну да. Может быть, вполне возможно, что это была тоже спланированная какая-то акция. Парень хотел отдохнуть. То есть вы его не доверяете? Ему и вообще ну, может, всего. Ну, уйти в творческий запой. Я не понимаю просто, как публика может прощать такие вещи. Ну как, если человек это сделал один раз, то, ну, значит, наверное, он... Я верю. Ну, кстати... Давай. Я верю, вот я не верю в то, что это как бы не запланированный. Ну, может быть, может, это и правда. Но мне кажется, что это запланированный такой ход. То есть ты думаешь, что он запланированно решил отказаться от десятка миллионов долларов, которые он потерял? Психанул человек, был какой-то алкогольный психоз или наркотический, да,
ударил раз девушку. Ну, да. Так он это потом и объяснял. С этого все и началось, mm-hmm. потом явно не жалел. Но я верю в то, что не специально происходило вокруг Майкла Джексона. То есть это действительно правда. И это настолько распространилось, даже добежало там, и в наши страны, mm-hmm. я помню, и в Россию, я помню, смотрел одна барышня, которая медик в очках, я не помню, mm-hmm. как ее зовут, ведет передачу Малыш, на российском, да. Малыш, на российском телевидении, и она сидела в жюри какого-то ТВ-шоу, mm-hmm. вот, и барышня с Украины приехала, там рисовала картину песком, вот, и в результате нарисовала Майкла Джексона. И тут Малышева начинает значит, оценивать это все дело, говорит, как вы можете, вы нарисовали педофила, там, гомосексуалиста, конченого наркомана. Ну вот видишь, вот, пиар-то это палка о двух, да, концах. Тебя общественность будет воспринимать уже, так. Она встает, у нее пена изо рта. Ага. Это уже доказано, что он насиловал детей и по полной программе. Там, ну, умер человек, уже нету его. Да и дети-то без претензий. У ребенка был творческий порыв, она нарисовала портрет Майкла Джексона. И тут получилось. Ставьте эту шутку в эфир. Обязательно. Это будет круто. Вот раньше, помните, 60-е особо? Ну, как вы можете помнить? Но тем не менее, то, что мы читали и видели о 60-х. А как то, что читали. Тогда ведь был рок-н-ролльный угар везде, и в поп-музыке, и в рок-музыке. Да, и было это рок-н-ролльное хулиганство. Понятно, что не били женщин. Вот, то есть есть темы табу, да, нельзя бить женщин, нельзя приставать к детям. Эти темы закрыты как бы навсегда. Но хулиганили-то, отжигали по-черному, там летали телевизоры из гостиничных номеров, но там люди был, да. Драки происходили, там что-то еще. Сейчас этого практически нет. Вот, собственно, я и скандалов-то не могу припомнить, кроме вот этого Криса Брауна, но это 9-й год. Киркоров, ну, да, понятно, что постанова чистая. Самый главный рок-н-ролльщик — это Киркоров, он постоянно. Вот, если... я думаю, Киркоров — единственный рок-н-ролльщик. Я думаю, сидящие за этим столом наверняка выбрасывали телевизоры в своей жизни. Ты сказал, сознание или дело. Или что-либо другое. Поэтому всякое не надо было. Уж так прибедняться. Но, да. Но... картины выносили. То есть происходит все-таки. Да. Я когда-то очень круто сделал. Мне подарили мой портрет. И... А, ну это не круто. Хорошо. И ты ударил, и ты об голову ребенка его разбил, да? Нет, просто знаете, в гостиницах всегда висят всякие убогие картинки. Ну такие, типа, я туда вставил свой портрет. И уборщица первый раз убрала, не заметила. И я надеюсь, что он там до сих пор висит, потому что на них никто не обращает внимания. Ну, это такое, это не рок-н-ролл. Не рок-н-ролл. Я, если... это идиотизм. Я, если честно, ну, я не знаю, как бы, ну, у вас опыта больше, но вот, вот эти расклады с рок-н-ролльщиками там, 60-х, 70-х, про то, как они постоянно... обдалбывались, бухали, устраивали черт знает что, постоянный угар. Я не понимаю, как можно там в годичном туре каждый день обнюхиваться, ну типа... Так они умирали рано поэтому. Так нет, это физически просто невозможно, понимаешь? Да. И там читаешь эти их книги, воспоминания, у них концерт реально каждый день. То есть, если, например, они вот отыграли концерт, ночь бухали, нюхали, разбивали отельные номера, они как бы следующий день еще долго не могут уснуть после этого. И, ну, в принципе, спать у них времени нет, потому что... А ты еще секс упустил, там еще оргии были. Да, вокалист, скорее всего, живет так 3 дня и все, потому не поет, ну, то есть, надо голосу отдыхать. Это невозможно. Мне кажется, что это легенды просто, которые вот... пиар, который просто... Ну, разумеется, доля легенды в этом есть. Собственно, мне кажется, вот с социальной точки зрения сейчас ушел вообще вот этот романтический флер с темы хулиганства, да? То есть хулиганом быть уже не модно. Как бы уже правильнее быть, наверное, человеком, у которого режим, да, который вовремя ложится спать, но зато играет хорошие концерты на полной самоотдаче. Вы согласны? Ну да. Самый главный хулиган, наверное, в рок-музыке, ну, это... условно в рок-музыке это Крис Мартин, наверное, самый главный. Ты имеешь в виду Coldplay? Да, да, да. А что он нахулиганил? Нет, тут вообще цветок, но ему бы как раз, вот если... Он, по-моему, он даже животных не ест, да, в 70-е или в 60-е он бы, наверное, был бы самым попсовым, он бы был таким... Да он бы просто не выжил. Среди там Хендриксов, Джоплина и Моррисонов ему бы не нашлось места. Но очень скукота, конечно. Скукота, mm-hmm. да. Ну что ж, все сегодня собравшиеся за нашим столом близки к рок-культуре. Это намек, чартеры. Чувствуете?
Да это уже не намек, а прямой заказ. Но нам не жалко. Огласим-ка, пожалуй, номинацию «Лучший рок-артист» на состоявшейся в прошлое воскресенье в Лас-Вегасе церемонии Billboard Awards. Здесь знакомые, приятные персонажи. Есть, правда, парочку новичков. К ним относим Foster the People, которым 3 года от роду, отсюда всего 1 полноценный альбом. Чуть постарше Mumford & Sons. У них альбом тоже пока один, зато уже успел получить признание как лучший альбом Британии в 2011 году. Третий номинант – дуэт The Black Keys. В активе 7 альбомов, проданных тиражом почти в 3 миллиона копий. На концертах отжигают так, что благосфера вас тоже на гудит. Четвертые наши старинные знакомые Foo Fighters. Они как хороший коньяк. Чем старше, тем лучше. Ну и, наконец, победитель номинации «Лучший рок-артист» церемонии Billboard Awards. Внимание, кто же это? Конечно же, Coldplay! Крис Мартин и его друзья выпустили в прошлом году роскошный альбом, который публика, правда, не сразу распробовала, но распробовав, смакует до сих пор. Плюс выступление в качестве хедлайнера на всех главных мировых фестивалях и мощный тур в поддержку. Сегодня Coldplay в отличной форме, а значит, поздравляем с заслуженной наградой. Так держать! Coldplay в Billboard Chart Show, клип Paradise, и смотрели мы его потому, что Coldplay победили в номинации «Лучший рок-артист» на Billboard Awards, которая прошла в Лас-Вегасе в воскресенье 20 мая. Ну что ж, мы уже сегодня не раз говорили о Coldplay, такое ощущение, что мы прямо вот предвещали такую концовку программы, да, вот этот клип. Ну обидно за Mumford, вот. Хотя, наверное, тут выбирают популярную группу. Группа Black Keys нравится гораздо больше, особенно сейчас. Coldplay были очень крутые в начале. Первые 2 альбома я лично вообще не вынимал. Но сейчас они как-то, мне кажется, уж больно явно эксплуатируют сами себя же. Вот. А Black Keys, по-моему, они что-то ищут постоянно, потому что они не так популярны. Хотя говорят, что у них там залы в Америке сумасшедшие, и туры, и все. У них с последним альбомом очень хорошо все, очень хорошо. Вот. А у Coldplay, да, есть ощущение самоповтора, есть ощущение какого-то уже поп-тиражирования самих себя. Но, тем не менее, это вот феномен стадионной группы. Ну да, они популярны, их любят очень, наверное, поэтому и побеждают. Хотя я альбом слушал 3. Есть такое ощущение, что миру постоянно нужны вот новые U2. И мир пытается тиражировать новую группу стадионного масштаба, дикого пафоса совершенно. Ну так вот, вот Mumford, они не стадионная группа, они все-таки более такая узкоформатная команда. И, ну, и тоже и роком не назовешь их, как и, впрочем, Coldplay. Но Coldplay, да, стадионная группа, которая популярна. Но с точки зрения музыки все вообще достаточно условно. Мне, например, очень нравится последний альбом Foo Fighters, который, между прочим, взял там тоже несколько Грэмми. И мне кажется, они в номинации рок-музыка, ну, они как-то более достойны. Потому что Coldplay, это, ну, не знаю, в принципе, Адель это как бы тоже можно назвать рок-музыкой, потому что по аранжировкам, ну, она точно такая же почти. В общем, все, ну, все смешалось. Они все играют с музыкантами и, в принципе... С точки зрения музыки все условно, и поэтому эти номинации, они тоже достаточно условны ведь. У нас есть небольшая техническая новинка в нашей программе. К нам периодически подключается человек из Москвы, такой условный человек из Москвы. Мы его смотрим вот на том экране. Да, иногда это бывает музыкальный критик, иногда это бывает популярный артист. Вот сейчас кто к нам, кто стучится к нам по скайпу с толстой сумкой? О, это Лена Катина. Лена, привет. Привет, Лен. Лен, твое слово называется «Прогнать за 60 секунд». Расскажи, вот, что тебя в последнее время в музыке потрясло, порадовало или, может быть, расстроило в музыке и в шоу-бизнесе? Ну, на самом деле, у меня сегодня получится, наверное, такой грустный очень ответ, потому что за последний короткий очень промежуток времени произошло несколько, к сожалению, кончин очень талантливых людей. Первую я бы хотела назвать Донну Саммер, которая является, конечно, королевой дэнс-музыки, ее знают все и любят ее песни. И вот перешла такая певица в мир иной, и, конечно же, 4 дня назад умер один из самых, наверное, тоже моих любимых
талантливых людей, музыкантов, Робин Гибб из группы Bee Gees. Я большой поклонник группы Bee Gees и, можно сказать, выросла на этой музыке, потому что их кассета была одна из самых первых кассет, которые я вставляла в свой самый первый плеер, поэтому что можно сказать? Только надеюсь, что им там лучше, чем здесь, и что они теперь полностью счастливы и будут с неба на нас смотреть, на других представителей шоу-бизнеса. И думаю, что надо рожать больше талантов, потому что, к сожалению, вот эта вот ветвь старых, действительно очень классных музыкантов постепенно уходит в мир иной. Лена, спасибо, пока. Это была Лена Катина, которую вы все помните по группе «Тату». Ну что ж, тема очень печальная, но об этом очень многие предпочитают не говорить. Потому что смерть – это так печально, все отстраняются, говорят, ну, умер человек, да, там, мир его праху, Царство Небесное и так далее. Бисти Бойс, опять же. На церемонии Billboard Awards как раз были отдельные фрагменты, посвященные вот всем этим ушедшим людям. Были специальные там минуты памяти, минуты молчания. Стиви Уандер пел там кавер. Кстати, видели, как Coldplay спели «Fight for Your Rights»? Я видел. Это круто вообще. Да, очень. Я не люблю Coldplay, но вот то, что они сделали, это прям здорово. Ну и иногда они могут дать очень сильно. Слушайте, а у вас есть ощущение, так вот, что уходит, причем в последнее время достаточно быстро уходит поколение артистов, на которых мы все росли? К сожалению, это правда. Ну, это жизнь, и дальше будет все больше и больше. Я вообще рос на Чайковском, поэтому... Он сразу ушел. Нет комментариев. Вот. И не подрастает ведь новое поколение таких величин, таких глыб, вот как... Откуда вы знаете? Может, подрастает? Сказал Юра. Очень даже... Я имею в виду где-то на Западе. Просто там же музыкальная культура гораздо более развита, чем здесь у нас. И там в каждом гараже играет по 10 групп. Ребят, которым по 16 лет, которые играют, ну, там, круче, чем... Имеется в виду, да, что вот Дона Саммер, Уитни Хьюстон ушли, причем ушли раньше, чем они там могли бы жить еще, а нет там сейчас каких-то 30-40-летних певиц, которые были бы по масштабу такими же. И вот когда уйдет то поколение, да, то поколение, скажем, наших дедушек, бабушек, да, то в поколении отцов вот почему-то гораздо меньше таких фигур, таких глыб. Среди 40-летних? Ну да. Я бы не сказал. Ну, это, возможно, ну, такая есть небольшая иллюзия, потому что эти люди, они же стали звездами в 80-х. Mm-hmm. А 80-е — это время довольно абсурдной и забавной музыки. Вот, и которая была присуща очень 80-м. Mm-hmm. Я, например, очень люблю группу Duran Duran, но я с трудом представляю себе в наше время людей, которые их действительно будут слушать. То есть это, ну, как группа Мумитроль, это определенного такого периода очень яркое событие, которое двинуло потом целую кучу групп дальше. Может быть, поэтому их сейчас и нет. Я думаю, что пройдет 5-10 лет, и мы про них всех опять услышим, потому что виток закончится. Угу. Вот. Уже сейчас это начинается. Уже сейчас мы расхлебываем из 90-х вот эту эру, когда люди чувствовали, что близится конец света, и начали писать монументальные композиции. И после того, как они поняли, что конец света не наступил, мир насытился каким-то, ну, полным, на мой взгляд, шлаком в 2000-е годы. Вот, и сейчас мы возвращаемся, вот опять стало модно, появились там Марк Ронсон, Amy Winehouse, План Б, опять стало модно использовать 60-е, потом будет 70-е, потом опять будет 80-е, и будут ездить в мировые туры, да, воссоединился Полис, да. и так далее, поэтому... На этой торжественной и патриотичной ноте позвольте попрощаться с нашими гостями. Все счастливо. Спасибо за ваши мысли, спасибо. Тонкие наблюдения. Спасибо. До свидания, чартеры. Пока, телезрители. До скорого, господин продюсер, удачи гостям. Ну а с телезрителями, как обычно, мы не можем попрощаться просто так. Пишите нам на электронный адрес bcs@m1.tv. В следующей программе через 2 недели мы обязательно озвучим чарт Billboard Hot 100. Если не против легкого тотализатора, тогда отправляйте нам ваши прогнозы. Если до 6 июня включительно, кто-то из вас правильно укажет обладателя первого места Billboard Hot 100, который будет объявлен на сайте billboard.com 7 июня, тот получит ценный приз от журнала Billboard и Первого музыкального канала. Пишите, мы ждем. А на сегодня наша миссия выполнена. Мы дали вам больше, чем в списке популярности. Мы дали вам пищу для раздумий. Главное, не забывайте думать. Увидимся через 2 недели. Пока! Пока.